До прошлого года моя жизнь была нормальной. Я жил в самом лучшем месте. И это Бруклин с крутыми предками. Я любил науку и супергероев. Но все изменилось, когда отец погиб во время взрыва у ратуши. Я поверить не мог, что его нет. Но Питер Паркер и его тетя Мэй помогли мне. Человек-паук тоже. А потом я узнал, что это Пит. С ума сойти! Во время кризиса дыхания дьявола все накалилось. Все враги паучка оказались на свободе. И я сумел немного помочь ему. Ну а потом, бывает же так, и меня укусил паук. И я стал другим. Я не хотел волновать маму и пошел к Питу. Теперь мы официально братья-пауки. Он меня натренировал, и у меня на самом деле неплохо получаются полеты на паутине. Я учусь совмещать свои паучьи обязанности и обычную жизнь. Школу, друзей, новый дом. Недавно мы переехали в Гарлем. Но знаете, мне не терпится узнать, что впереди. Не за что. Вот это круто! Я помогу. Спасибо. Не за что. Слушай, а портрет нового паука тоже будет тут? Мелкого? Ага, возможно. Просто первый мой герой, понимаешь? Понимаю. Эй, а магазин Тел где-то здесь? Ага, желтая вывеска через квартал. Не пропустишь. Спасибо. Прекрасная работа, кстати. Может, оставите место для новичка? На всякий случай. Конвой.